Ты куда, 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 братуха, братуха, ты куда такой шустрый парень? А? 73-й регион. Ленск, детка, у нас все такие шустрые. Пацаны, всем здорово. Сегодня будет вечерняя покатушка. Сегодня на улице было плюс 41. Вот. Сейчас похолодало до 35, наверное, до 32, может быть. Но очень жарко. Мотор 96 даже. Вообще трэш. А, какой воздух нехороший. Сейчас на трассу выйдем, будет хороший воздух. Куда-нибудь прохладное местечко. Вот такие, друзья, ребята, делишки, девчонки и мальчишки, читайте книжки, такие вот делишки. Опа, 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 братуха. Это сегодня очень душно, друзья. В городе так вообще духота, сплошная духота. Вообще попец, ой, попец, говорю, пипец. Вообще попец. Вот. Вообще пипец, друзья. Вообще пипец. Фу, кайфули, кайфули, пацаны. Привет. Короче, ребята, едут полицаи спереди. Мы, короче, едем, блин. С поворота выезжали, они так посмотрели, блин, вообще трэш. Не знаю, кто там, что там. Не, у нас в Ульяновске нормальные полицейские. Мотиков, мотоциклистов вообще не трогают, прям, ну реально. Вот они поворачивают, им вообще пофиг, пацаны. Пацаны, у нас одна беда с ГСМом. Газ, короче, скоро будет стоить как 92-й. Вообще трэш. А сейчас посмотрите, сколько будет стоить газ справа. А, здесь его нету. Ну чё? Вообще офигенно. Аджара Гуджу? Да. Ага, да это просто скорость маленькая. Да не, ребята, я буду осторожно ехать. Вот. Любая кочка. Держись, держись! Держись сильнее за меня! О, мы летим! Рельсы, рельсы. Thank you.
Ну что, давай мотоцикл грузим. Мотоцикл, вагон грузим. Мотоцикл, вагон и на юга. Ну нормально. Прикольно. А? Ничего не слышишь? Нет, слышу. Ну что, как? А? Как ты? Что такое? А? Что, голова кружится? Нет. А что? Не пошло. Ну сейчас мы остановимся где-нибудь. Да ладно, не переживай, блин. Держись за меня крепче. А? Хорошо. Самое главное, ты за меня держись. Да, длинный поезд, конечно. Поезд длинный вообще. И уже сотка на моторе. 19:47, кстати, время здесь. Видела, нет? А, нет. Школьная форма. 19:47, да. Левочка, держись. А я хочу лекарство взять. Лекарство? Ну, лекарство. Отгадай с трех раз. Не, ну конечно, не в аптеку. Ну, может, да, слезть. А ты вряд ли сможешь. Давай вот так. Да пофиг, закидывай ногу. Да. Вот. Да, вот так легче. Да. Вот. Все, классно. Easily at someone cheating, I just don't understand what these people must be feeling. This got dark quick. I probably should have played the game, but at least I'm not on any vacation. With your selfish little worldview, all the other people in this game have had to learn too. But you, well, you just get that little soft aim to help you destroy everyone in every comp game. You go into leagues, you think you are so clever, and then cheap for money. Now that's on a whole another level. You are not a little rebel, you are just really sad. You can deal with the fact that you're probably really